Доброго времени суток, Ютуб. И как говорят у нас в Бердичи, здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с Сергеем Васильевичем и малым плавом средством, потому что Димона мы отправили поднимать сельское хозяйство. Вот. Будем бороздить просторы Нижнего Бьефа. А? Нижнего Таила. Короче, Нижнего Бьефа. Планы такие. Попробуем найти хорошего хищника. Вот. Если у нас это не получится, то мы тут же как бы взяли по две палочки, перестроимся на голавлика и попробуем получить удовольствие от ловли голавля. Вот. Приехали еще за светло, вернее затемно. Вот у нас только-только рассвет встал. Еще солнышко не показалось, но на воде уже как бы светло. Вроде бы все предпосылки есть, тека есть. Что, рыбы не будет? Нет. А там посмотрим, что оно будет. По мере возможности, потому что плавсредство маломерное, как оно получится снимать, вот это все-таки не кастрюля. Ну, будем пробовать, будем включаться. Меняем уже очередную точку. Вот, пока результат нулевой, скажем так. Пока даже ни одной поклевки. Думаю, вот так как бы на Днепре нет. Ну, не знаю, вот часик, наверное, мы катаемся. Разные мультики на эхолоте смотрим. Сейчас пробьем один заливчик. Если там как бы будет печалька, наверное, все-таки перестроимся на голавлика. И будем ловить не то, что нам нравится, а ту рыбу, которая, наверное, таки клюет. В общем, посмотрим. Потому что уровень воды очень низкий. Вот. И что оно как бы на рыбу как влияет, непонятно. Вернее, понятно. Не ловится, не клюет. Вот такие вот дела. Случился у нас первый контакт. Стали мы на новую точечку тут на входе в один знаменитый заливчик. Протока. Вот. А? Протока. Протока, да. Короче, Сергей Васильевич цепанул одного чопика такого небольшого. Но это резинка. Тут, скажем так, пока я за камерой долез, этот чопик благополучно, это самое, прямо возле лодки ушел. Но это уже как бы радует. То есть контакт был. Вот, опять на паяльник. Вот, но это удушевляет, потому что как бы там, где один, там могут быть еще. А там посмотрим. Я цепанулся, жду, пока Серега тут еще немножко чего-нибудь вычудит. Или оборвусь, или отцепимся. Было у меня вот контактик. На теоге оторвало хвостик. Вот. Сергей Васильевич у нас на грушку молотит, а я как бы на резинку попробую. И вот тюк. И все. Сейчас станем. Снимать приходится одной рукой. Вот одной рукой снимаю. Вот поставил все тот же патриот, как бы твистерочек на овсетнике. Ну, чтобы была цепа, и вот на этом самом меня откусило. Вот такой судачок клюнул. Короче, так не в защите за съемки, потому что одной рукой камеру держу. Серега там грушит. В общем, потихоньку вот так вот. Ну, хоть разловился, и то уже хорошо. Кстати, оба разловились. Сергей Васильевич тоже разловился. Вот такие вот дела. Сергей Васильевич. Даже нет у меня цензурных слов. Короче, пока я до камеры доползаю, он уже второго чапаря как бы ловит. Вот. И тут же как бы он у него возле лодки сходит. Вот. То ли грушка у него заговорен, то ли прет ему сегодня так. Ну, короче, не дает мне нормально кино снять. Ну, ловим, это уже радует. Поставил лакеджончика. Конечно, мелкий, зараза, ничего не могу сказать, но тем не менее ловится. Это уже радует, потому что стоим как бы на одной точке, но так немножко к бережку спустились. Вот, и пробуем. Вот. Пока такие вот результаты, но бьет как взрослый. Хочу вам показать, какая красота у нас тут на Нижнем Бьефе. Пока Сергей Васильевич тут в сеточку стрял. Вот. Это такой проливчик. А ну еще раз натяни. Ой, красиво. Слышь, вот зараза, бля. Посреди сети ставят. Это уже, сука, браконьерские. Но. А? Конечно, браконьерские. Сейчас будем срывать, наверное, да, это самое. Уходить отсюда, да, Сергей? Да. Сергей Васильевич перевязываться будет, пока пооборвали. Не смогли мы поднять эту сетку. Жалко, грушку, конечно, грушку хорошую. Я покажу, вот, на вот этот отшатаю.
Вот судочка цепанул, была поклевочка. И будем пробовать, наверное, вот я попробую все-таки набалансировать вес. Не знаю, когда станем на другую точку. А тут под нами он вот показывает, сеточка стоит. Не знаю, брошенная она или нет. Вот, короче говоря. Ну, крепкая сеточка. Крепкая, да. И хорошая плетеночка и флюрик хороший. А тут люди вон на бель стоят. Красота, тихо. Обязательно какое-то мурло, сука, сеть поставит. Ага. Как не рыбартель, так какое-нибудь голодающее, да? Да, те, что лично голодные ходят. Ладно, сейчас перевяжемся, пойдем на другое место. Покидаем мы эти места, таранушечно. Разглядело, сколько людей на лодках сидит. И тягают как бы бычочкой и ладошечной таранушкой. Хотя и холод рисует мультиков, ну, целую кучу. Это вот как бы стоит одному встать, и тут же вокруг тебя сразу... Все думают, что вся рыба там, да? Вот жрейды стоят, жрейды на яме. Мы тоже поджигаем. Люди на яхтах отлетают. Красота у нас такая. Все, ушел. Вот нет у меня слова, одни матерные. Короче, Сергей Васильевич, только я под саку разложил. Третий. Вот. У меня, правда, перед этим тоже сход был. Но он жарил, и только я включил. Вот, короче говоря, надо либо заниматься съемкой, либо рыбу ловить. На грушу. На грушу, бляха-муха. Так груша какая секретная. Ты ж покажи или не покажешь. Ну, пожалуйста. Пользуйтесь. Ну, посмотрите, какой красавец он заделал. Вот. Вот так. Да, жалко. Ну, еще, сейчас я поставлю твистерочек тертаповский, вот, и попробуем его доловить. Значит, он есть, Серега, ловить надо уметь, правильно я говорю? Да, а то, что говорят, что не клюет, не клюет. Вот у нас сегодня уже сколько? Ты, наверное, 3 или 4, да? Да. Вот, у меня 4 штуки. Одни сходы, в основном. Ну, сходы, да, но несколько такие подняли. Вот. В принципе, как бы, я же говорю, находим. Рыба есть. Просто надо упираться, не кататься, как бы, выискивая. Хотя мы тоже катаемся, но потихонечку. Но, во всяком случае, надеюсь, что я все-таки сниму Сергея Васильевича, япона-мама, когда он будет вытягивать. Ну, только под саку подтянул, он. В общем, все как обычно. Катаемся мы с Серегой. Единичные поклевки. То ли он как бы перестал интересоваться, скажем так, один ударчик и все, и на этом все заканчивается. Вот так с одной точки. Удар у него сход, удар у меня. Либо сход, либо вообще ничего. И как бы вот, ну не знаю, поставил уже дропшот, поставил тайла, вот. В надежде на то, что хоть на дропшотик что-нибудь это самое. Сейчас вообще кедрень и фени отсюда свалим. Пойдем на ту точку, где мы стояли с утра. Если там тихо, то, наверное, я не знаю, попробуем где-нибудь голавлика и свалим домой, да, Серега? Посмотрим. В общем, посмотрим. Сейчас как бы заведемся и поедем. Потому что все перспективные ямки, которые мы планировали обловить, пустые. Везде пустые, либо там, где не пустые, там позабрасывали фидера. В общем, короче, ни сами себе не будем мешать, ни людям. В общем, идем на утреннюю точку. Так практически не клюет. Единственное, конечно, Сергей Васильевич сегодня удивил. У него судачок, я такого еще в жизни не видел. На свечу вышел. Жалко, что не на камеру. Короче, маленький чопик такой, грамм, наверное, 300-400, да, Серега? Вышел на свечу и со свечи сошел. Да, короче говоря, повеселил нас немножко. Вот мы уже сложили серьезные палки, потому что время у нас 1:30. Судак полностью закрыл рот. А мы поставили палочки вот головлины. Во всяком случае, я хоть попробую, что это за плетеночка сауновская, да? Киога, которая. И сейчас вот по пути домой будем как бы наиболее перспективные места, которые мы посчитаем перспективными. Попробуем отловить. Получится, получится, не получится, ну что ж. И так уже удовольствие получено, судачок половлен. Порадовались. Порадовались немножко.
Вот, так что вот такие вот дела. Если будет голавлик, включу. Выбранная стратегия оказалась правильной. Нашли мы место с Серегой. Короче говоря, мелкий голавлик есть, но клюет исправно. Тихо разговариваю, потому что громко не могу. Сейчас приблизительно покажем. Вот стоит он под кувшинкой. Вот, и мы тихонечко сплавляемся. Если только угадал с проводочкой, сразу мгновенно идет поклевка. А ну, Сергей Васильевич, на камеру долбани нам вон туда под кувшиночку. Я сейчас вот туда. Ой, хорошо. На камеру не получается, а так по клюке, ну место прошли то. Сергей Васильевич так и уговорил. Правда, это оказался не голавлик, а верховодочка, но тем не менее, это рыбка. И скажем так, стратегия оказалась правильная, да, Сергей Васильевич? Да. Сергей Васильевич опять одного долболызнул. Но это уже чистокровный голавлик, да, Сереж? Да. Ну я же говорил, что партизан. Судак-засранец будет молчать, мы оторвемся хоть по голавлику, хоть удовольствие получим. Вот смотрите, мелко, тут можно сказать 10 сантиметров. Вот он стоит, самое главное правильно сделать подачу. Сделал подачу, все, поклевки, тыканье сразу, мгновенно. Да. Опять бьет, да? Опа. Да. Смотрите, как человек на нервах. Судак по барабану. А голавль форева, да, Серега? Mm-hmm. Вот это рыба, и я понимаю. Удовольствие хоть получаешь. Конечно. Это блесна какая большая. А он клюет. Он отдолбит ее, догоняет ее. Так, ладно, сейчас я тоже поставлю, потому что я только снимаю. Не успел я выключить камеру. То что ты мою эту плетню, Серега? Да потому что она схватила ее. Вот. Короче говоря, у меня заброшенная там колебалка, но я не успеваю, потому что только камеру положу, Серега голавля вжарит. Только положу, он голавля вжарит. Андрей Васильевич, имей совесть, я тоже хочу. Имею. Я уже отпустил все. Вжарил я на баксика. Притом, смотрите, вот как бы стереотип мышления. Показываю, какого цвета блесна. Явно форелевого. И вот вам голавлик, малышок. Вот. Но тем не менее, одной рукой не могу отпустить все. Сергей Васильевич у нас опять. Ты хоть бы блесну сменил, Серега. Но надо совесть иметь, слышишь? Что ты тут? И тише будь. Напугаешь. Ты сменил блесну? Нет. Сейчас сменил. Не имеете на счастливое выражение лица Сергея Васильевича. Ты что, окунька вжарил? Точно. Я думал голавлика, а окунька. Короче, вот надо было не судака ловить, да, Серега? Ну, а думал судака. Надо было в голавлика упираться. Ну ничего, покайфуем и так. Сергей Васильевич, опять он что-то вместе с листом. А что тут? А, окунь. Окуня тянет. Вот он. Ты сменил колебалку или нет? Нет. Скаги Д матовая, да? Да, матовая, с красной головкой. Короче, продолжается фестиваль у нас тут. Мы местечко сменили, тут стоим среди кувшинок. И окунь тут, и карась, и голавль, все подряд. И верховод. Короче, Сергей Васильевич меня уже задрал, мне половить некогда. У него совести нема, одно окуней шлепает, как этот самый. Вот. А я вынужден бросать свою ловлю, блесна падает на дно и снимать, как он тут ловит. Короче говоря, это не дело. Не, сейчас ну давай еще в прямом эфире, давай, гони. А сейчас, как назвал, но уже никогда не получается. Идет, не? Нет. Брыл. Ну, немножко распугали, потому что при 33 клёта меняли мы крайнюю точку, по-прежнему ловится голавлик, вот, по-прежнему радует нас, сейчас отпущу. Ой, не, одной рукой это отпускать, это, ну, помоги мне, Сереж. Решили так, мы
скажем так, в 20 метрах от места сброса. Вот просто зашли сюда, ну уже, как говорится, напоследок, на оптимистической ноте. Вот, закончить рыбалочку. Что могу сказать? В принципе, невзирая на то, что особых трофеев не было, рыбалка удалась. Задачу свою мы сделали. Судака мы поймали, головля мы поймали, окуня мы поймали, даже верховодку мы поймали. То есть, в принципе, отдохнули хорошо. И, конечно, предварительные данные потестил я вот эту вот плетеночку, которую купил, которая вот в последнем обзоре была, от этого самого, от Салма Тиога. Короче говоря, плетеночка мне понравилась, оставляю ее себе на ультралайте, вылет, как говорил Дмитрий Викторович Козенков, дай бог ему здоровья, великолепный. Вот, короче, буду юзать. Сейчас еще парочку, наверное, забросов, и будем на этом кончать. Значит, по резине, резина работала, Тиога работала, потом Тейл. Вот, что у нас еще, Грушка работала, да, Сереж? Да. Вот, по колебалкам Скаги Д, Лаки Джон и от Дайвочки, вот. Ну, как бы от Дайвочки, она была Дайвочка сейчас. Она уже не Дайвочка. Да, вот. Раб называется. Вот. В принципе, вот такая вот картинка. Рыбалкой очень довольны. Чего и вам желаем. Если вам было интересно, напишите в комментариях, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, ссылочка будет вверху. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.